Твоя голова такая большая. Чем же она забита? Ничем. Тюб. Что? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и мы смотрим Chicken Nugget. Веселый, милый мультик, никогда не видел. Ща углубимся. Поехали. Я надеюсь, сюда не придет большой страшный волк и не забьет. Нет, такого, конечно же, не будет. Нет, никогда. А что ты радуешься? Ты что, больная, что ли? Похоже, что ты разочарован. Я хочу угощение. Разочарован? Она красный шапочек? Но я могу тоже укусить, если ты хочешь. Я спасибо, наверное, не надо. Неужели Валентина, мой дорогой зайчик? Здрасте. Спасибо. День Святого Валентина как бы не сейчас, мягко говоря. Ну ладно. Тебя тоже с Днем Святого Валентина. Лапочки, что с тобой случилось? Да. Это моя любовь к тебе. Обалденно. Купидона пронзила мое сердце. Я думаю, никто бы не хотел, чтобы так проявлялась любовь к нему. Если бы у кого-то бы так проявлялась любовь ко мне, я бы обосрался на месте. Уважаемый кролик, вы вытащи это говно из пуза своего. Окей, мы просто пойдем в больницу. Мне нравится озвучка, пойдем в больницу. Как прикольно. Не могли бы вы присмотреть за собачкой? Разумное, в принципе, решение. Конечно. Конечно, давать кролику присмотреть за собачкой. Что может быть лучше? Кролики, они же такие разумные, они такие сознательные, всегда за всем присмотрят. Не надо! Пойдем. Да, ну не надо, ну что ты, кролик. Так, что там? А? Это кто? Отсюда, ненормально! Что происходит? Это типа она и есть хозяйка, да? Вау, ну окей. Ладно, я не спорю. Я благословляю тебе на получение хороших денег в этом году. О, это спасибо, это прям всегда актуально. Твоя голова такая большая, чем же она забита? И чем же она забита? Тюб. Что? Блин, по-моему, офигенно смешной мультфильм. Если вам тоже нравится, не забудьте лайк поставьте, пожалуйста. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Жмите колокольчик. О, смотрите, пересматривают чаще всего. Да не удивительно, вот я сам захотел пересмотреть. Ну-ка. Тюб. Это чисто мы после просмотра некоторых моих видео, да? Когда я нахожу самые кринжовые анимации. Это чисто голова Сюб, да. Так. Ой. Ой, а вот это чисто я. Я вот так засыпаю всегда практически. Я не могу дышать. Да, вот такое вот прям было. Прям жиза. Прям жиза. Я вообще, я никогда не хочу спать, потому что мне сильно интересно как бы жить. Хочется много чего посмотреть, там, поиграть, поделать. И я всегда засыпаю вот так, типа, о, надо спать, опять надо спать. Вообще ненавижу спать. Приветик, Chicken Nugget. Ага, привет. О, божечки, твои маленькие шипы на руках пропали. Мой аниматор тупой, и иногда забывает нарисовать их. А, вот это не круто. Тебя сотрут нафиг всего или всю, я не знаю. Почему точно твой не проверял. На хвосте это кусочек от луны, когда на самом деле месяц это луна с тенью на ней. Боже упаси, это для милоты. Так. Шиш. Нифига себе шиш, нормально так тыкнули в голову. Да ты больше так не делай, а то там вырастет шишка. Понять желание, верно? Конечно могу. Держу пари, у тебя есть правило. Как насчет желания, чтобы вместо протухшего огурца у меня тут был свежий, да? Вот неплохое желание. Типа не воскрешать мертвых и все такое. Это из Аладдина, да? Подожди! А ты хотя бы уточнила, какого мертвого? Вдруг ты воскресила, не дай бог, вот того чувака с усами. Я не про Чарли Чаплина, если что. Что ж, картошка фри будет вкусной, если макнешь ее в коктейль. Даже коктейль из чего, я извиняюсь? Кунчпай, скажи, какая нарезка фри лучше? Ну-ка. Кудрявая, репленая, длинная, вафельная, жареная фри люмри, бэби. Подождите, я только понял. Фрэнч фай. У них тут у всех имена, как у каких-то блюд из кафе фастфудных, да? Чикен наггет, фрэнч фай. Жареная фри люмри, бэби. Так, дрожи. Слышал, ты все еще несешь чушь. Ты плохая полочка. Это чисто некоторые мои подписчики, когда я очередной кринж запостил. Хе-хе-хе, так. Мы смотрим, какие сокровища мы имеем. Ну-ка давай. Еще 5 минут. Да хоть! Да хоть все 10 в таком-то положении, слушай, вообще ради бога, ты знаешь. Круто быть волшебным. Вот эта рожа мне напоминает Скида из Скида Импампа. Драконом. Так. Но ты все еще такой же милошка, не. Это дракон, да? Я принимаю такую форму, чтобы соответствовать вам, ребята. Хочешь увидеть мои... О, не надо! Не надо! Не надо! Нифига. Еще милее! Ну вот, знаешь, я тебе так скажу, когда вот такое чудо зайдет в маршрутку, еще милее тебе явно не станет. Наконец-то весна. Давай.
Понюхаем цветочки и все такое. Чирикают птички. Ой, замечательно. Жужжат пчелки. Ага. Зайчата резвятся. Драконов раздувает, да, мы видели. Поистине, самый прекрасный. Зайчонок, прекращай! Тебе родители сколько раз говорили? Хватит! Хватит вызывать сатану, маленький говнюк! Ну сколько можно? Ну опять он сатану вызвал. А по попе не хочешь? Не хочешь? Ладно, такой милый, ну не можем на тебя злиться. Ну больше сатану не вызывай. Ладно, и так все уже померли. И так уже все померли вокруг. Мы одни в городе остались, ну. Твои уши делают тебя таким похожим на зайчика, Чикен. Ну-ка. Я песик. Песик? Это зайка. Песик? На самом деле я... А я всегда знал, я чувствовал, я прям чувствовал, что что-то здесь не то. У тебя красивые коготки. Правда. Не могу ничего поднять ими. Кровавая Мэри, кровавая Мэри, кровавая Мэри. Да успокойся ты, ну что ты, ну сатану уже вызывал, теперь еще Мэри какая-то. А? Здрасте. Могу ли я воспользоваться ванной? Убирайся отсюда! Да ладно, что тебе жалко, что ты? Возьмем немного еды. Совсем немного? Да, да. Ну, судя по вашему энтузиазму в глазах, вы собрались взять совсем немного, где-то 3 тонны или типа того. Закрыто. Ну-ка. Работает с 8 утра до 2 часов дня. Что-то маловато. Что за гуся? Гуся звонит. Они просто вот этого гуся, видимо, купить хотели в виде еды, поэтому он у них в качестве мотивации на экране телефона был. Это чисто я, когда у меня дома сладкое кончилось. Айскрим? Поженитесь? Айскрим? Мороженое? Понадобится. Реально, все называются какой-то едой, короче. Минимум 10 тысяч лет, прежде чем я буду готов к этому. Да, Михил, ты разогнался дело. Пожить. Да, окей. Ты умрешь раньше, чем это случится. Айскрим! Да, они не могли промолчать на эту тему. Эй, просто невозможно. Ты издеваешься над моим партнером? Каким партнером? По бизнесу? По фастфудному бизнесу? Он заслужил это. Хорошо, окей, мы запомнили. Слышь, ты, кроль сатанинский, чё думал, сатану вызвал? Крутой сильно стал. Все только лохнесское чудовище вызывать, понял? В школе вызова сатанистов ты был бы лузером, сидевшим на последней парте, и который бы вызывал исключительно максимум какого-нибудь бабадука. Ты понял меня, а? Лох! Лох ушастый! Лох! Во, вот так вот, да? Просто заглянул, чтобы напомнить тебе разжать челюсть. И расслабить свои плечи. Представляй себе, как это чудо к зубному ходит. Все зубные увольняются потом. Такие же идиоты, как они, разрушают наш мир своими намерениями. Ну-ка, давай. Они упорно преследуют нас. Смотри, они положили мою картошку при луковое колечко. Ей! Это не очень вкусно. Я люблю свою малышку. Так. О, растение против зомби начало. Да вот оно откуда все пошло, я понял. Ага. Я тебя тоже, да? Я так и знал. Так. Думаешь, ты страшнее меня? Да. Пожалуйста. Я намного страшнее. Да, тебе опять показать, что ли? Ну, в самом деле. Да. Знай свое место. Достаточно взрослый для этого фильма. Я смотрел его в детстве. Он в порядке. Он в порядке, а ты нет, дружище, понимаешь? Папочка. Язык взрослых? Папочка, взрослое слово, да. Угу. Ты получил товар? Ну-ка. Конечно, да. Вот это сделка, ребята, сделка века просто. Я помню, да, GTA Vice City так начиналось. Там потом еще перестрелка была, видел. Ну а еще больше смешных угарных видосиков находится вот здесь, вот переходите вот сюда. Блин, по-моему, это было просто уморительно. В некоторых местах прям, ну просто супер. Хороший мультфильм, мне понравился, не знаю как вам. Всем счастливо, удачи и пока, и увидимся вот там.